Привет, друзья! Вы находитесь на канале iHouse Термоплюс, с вами Олег Кузьмичев. И тема сегодняшнего видео, мы вам покажем дом, который на самом деле сейчас отапливается всего лишь тремя лампочками. На улице у нас 7 декабря 2020 года, на улице температура ночью 17-18 градусов мороза, днем где-то 9-12. Это юг Нижегородской области, здесь еще даже нету снега, и здесь уже вторую неделю солнечная погода. Итак, давайте я вам покажу, что тут нету снега. Подойдем к самому маленькому окну, откроем его, чтобы не выпускать тепло. Посмотрим. Вот, вы видите, у нас нету снега. Вот, посмотрим на наш фасад. Вот он весь в инии блестит. Окно быстро запотело. Итак, всем интересно, какая температура в этом доме. Но давайте сначала начнем с предыстории, потому что многие на наш канал попали впервые. Итак, это монолитный дом, построен по технологии iHouse Термоплюс. И здесь сделано утепление пирплитами 120 мм снаружи, тоже по технологии iHouse Термоплюс. Это дальше я расскажу за основу, что у нас взято в 2019 году. Всю зиму дом стоял без отопления, без окон, без дверей. И в мае месяце у нас была очень теплая температура в этой местности. И вот этот воздух гулял, который по конструкции, он нагрел наш монолитный железобетон. Для справки, монолитный железобетон имеет самый высокий коэффициент теплоусвоения и в одном кубе может собрать самое большое количество тепловой энергии. Измеряется это все в килоджоулях. Можете посмотреть в интернете. Итак, он набрал большое количество энергии, и в начале июля здесь вставили окна. Вот эти окна, они были все вставлены в начале июня. Вот. Итак, у нас сегодня 7 декабря 2020 года. Вот мы смотрим 7 декабря 2020 года. Всем видно, наверное. И предыстория опять же. Есть у нас видео, вот ссылочка на это видео, где мы 4 октября проводили замер температуры. Потому что у нас вот висят вот эти градусники. 4 октября температура была воздуха, здесь плюс 20 градусов. Ну, градусники показывали. Кто хочет посмотреть, вот подсказка, ссылка в описании под видео или в закрепленном комментарии. В закрепленном комментарии очень много будет от нас ссылок, указано на целые плейлисты. Выбирайте любой и смотрите. Если вы хотите построить монолитный дом по нашей технологии, наш сайт, заходите на него, вот он. Указан сайт, также ссылка в описании под видео и в закрепленном комментарии есть. Можете посмотреть проекты. Проект можно, в любом проекте можно стенки подвигать, можно даже часть стен убрать, сделать, например, где-то балкон из одной комнаты. Это будет дешевле, разумеется, потому что конструкции стен будет меньше, бетона меньше, арматура меньше. А также обращаюсь к нашему, это к Алене, к Алексею, Дмитрий из Новороссийска, Алена, Алексей из Новой Москвы, Дмитрий из Новороссийска. Но Алена с Алексеем просили именно сказать, сколько они будут тратить денег на отопление своего монолитного дома. У них площадь 220 квадратных метров там с лишним. Если они будут отапливать электричеством, так как у них тема с газом, она где-то на 2-3 года отодвигается. И они приводили пример. Дом за 100 дней, наверное, слышали многие этот проект, дом за 100 дней, дом с газоблока там, энергоэффективный типа. Так вот, у них знакомый или их друг в Нижнем Новгороде тратит на отопление электричеством 25-27. Но это по той зиме с 2019 на 2020 год. Зима на самом деле в том году она была более-менее теплая и такие большие вот расходы. И вот сейчас Алена, Алексей, Дмитрий, Игорь, я вам покажу температуру и также всем зрителям нашего канала и подписчикам. И мы дальше пройдемся
На второй этаж, сначала на первом этаже. Вот у нас первый градусник. Кстати, он до сих пор, если мы приглядимся, потихонечку колышется. Это говорит о том, что здесь идет конвекция воздуха. Видите, он сам по себе крутится от стен. Температура на градуснике плюс 15 градусов. Вот фактически у нас за 60-70 дней примерно температура упала воздуха там на 5-6 градусов. Смотрим здесь температуру. Здесь у нас температура где-то, начал крутиться, не поймаем. Вот, она где-то 13-14. Кстати, вот разница между тем градусником и этим, она, вы заметили, что там немножко больше температуры, здесь меньше. Эти градусники мы меняли местами. Нам было интересно, врут или не врут. То есть все это повторяется. Почему в этой комнате немножко холоднее? Это я обращаюсь к тем, кто не верит в тепловое излучение стен. Лучистое излучение, инфракрасное излучение. Они считают, что это миф. В основном об этом кто говорит? Про это, кто строит дома из газоблоков, кто там CC-панели и все остальное. Потому что, когда такие комментарии делали раньше под видео, заходишь на их канал, смотришь, он занимается газоблоками или CC-панелями. Так вот, почему температура такая разная? Вот смотрите, здесь у нас до стены в этой комнате, где градусник висит, очень далеко. С этой стороны у нас окно. Если мы возьмем здесь, у нас проход. Здесь опять же до стены далеко, и там дальше окно. У нас фактически идет тепловое излучение близкое от пола, вот внизу пол, и сверху потолок. И если мы обратим внимание на тот градусник, то у нас получается с этой стороны стена, с этой стороны стена, с этой стороны стена, снизу пол, сверху опять потолок. То есть из-за этого здесь теплее. С этой стороны до окна далеко. Давайте поднимемся на второй этаж. Так, второй этаж. Здесь у нас температура тоже крутится. Здесь, правда, на него немножко солнышко попадает. Прямо чуть-чуть. Не знаю, влияет, не влияет. Но здесь у нас 15-16 градусов. Здесь у нас 14 градусов. Вернее, не 14, а 13. Здесь у нас 13 градусов. 12-13 примерно. Итак, дорогие друзья, мы видим, что за 2 с лишним месяца с небольшим хвостиком температура в среднем упала. У нас тогда была температура 20 градусов. Она упала у нас в нашем доме где-то на 6 градусов. Возьмем так усредненно. То есть это за 2 с лишним с копейками месяцев. Алена и Алексей, теперь обращаюсь к вам. Вот вы видите температуру стен, вернее, температуру в помещении. Если вы установите 2 котла, так как у вас это дом, 2 этажа, один котел будет у вас работать на теплые полы, второй котел будет работать на систему радиаторное отопление, чтобы легче было регулировать это, и поставите таймер, чтобы вам можно было использовать ночной тариф, то фактически вы можете подтапливать дом. Даже не полной ночной, не полной ночи, а какие-то там 2-3 часа. И я думаю, что на ваш дом, примерно 5-7 тысяч по нынешним ценам вы будете затрачивать в месяц на отопление. Теперь для тех, кто хочет построить энергоэффективный монолитный дом. Предупреждаю, монолитный дом, он не прощает ошибок. Если вы сделали неправильное утепление, давайте начнем с того, что у нас есть фундамент. Вот.
У нас есть видео выходит про в 360 формате градусов целый сериал про строительство монолитного дома на северо-западе Москвы. И там очень много комментариев были такого плана, вы их суете пенопласт, куда ни попадя. То есть мы в основании фундамента укладываем утеплитель, экструзированный пенополистирол, определенной марки, который выдерживает определенное давление нагрузки, 100 мм. Многие этого не делают. Самое большее пеноплекс 50 мм, а есть еще и зачастую просто это экструзию 20 мм. Вот если даже вы сделали неправильный фундамент, переделать его потом невозможно, то получается как? Представляете, вы надеваете теплую одежду, шубу, две шубы, три шубы, четыре шапки, варежки такие, штаны теплые, и босиком стоите на голой земле. Вам будет тепло, я думаю, уже сразу понятно, что вы будете мерзнуть. Так вот, ваше основание дома, оно будет из этих стен, которые у нас есть, высасывать все тепло на разогрев именно земли. Кто не знает, что такое зона 1, зона 2, зона 3, зона 4 по теплопотерям, можете зайти, вот подсказка, ссылка в описании под видео и в закрепленном комментарии, там есть цокольный этаж, а тогда я найдете видео, где у нас там это разбирается, зоны по теплопотерям. Прошу обратить внимание, смотрите, что здесь стоит. Здесь стоит растение, которое, оно не может жить там, если будет температура 0 или минус градусов. Вот. Ну ладно, вопрос не в этом. Далее. Опять же, монолитная коробка. Монолитная коробка, если вы даже строите монолитную коробку, вам в дальнейшем нужно делать ее утепление. Если мы будем утеплять по технологии, которая предусматривает, делается на замкнутой воздушной прослойке и клеится утеплитель, то если бы вот так здесь было бы сделано, то фактически вот в этом доме сейчас был бы минус 100%, 0, минус 1, минус 2. Мы разработали, у нас есть также инженер-проектировщик Щачин Валерий Владимирович, он курирует объекты, все это технадзор, взяли за основу европейскую технологию утепления фасадов немецкой фирмы BASF. Кто не знает, можете посмотреть это в интернете, найти. И вот эту технологию утепления фасадов доработали. И у нас получилась уже технология утепления фасадов iHouse Thermoprus. Многие в комментариях, кто фасадами занимается, пишут: ой, это долго, это мучительно, зачем это так надо? Да, люди, понятно, когда они пишут такие комментарии, что они хотят заработать денег, потому что трудозатраты, когда намазал, грубо говоря, это слегка утеплитель, просто прижал, прибил потом через 72 часа грибами. Это самый простой способ. Блин, вообще это можно троем-четвером делать по 100 квадратных метров в день. И стоит эта работа там 700 рублей. А когда начинаешь показывать, пропенивать, запенивать, замки шприцевать, ну, очень много нюансов, то трудозатраты, они, конечно, вырастают. Но зато получается вот такой результат. Далее, опять же, вот. Такие вещи вообще мало кто делает. То есть у нас есть утепление фасада от А до Я. Там есть, правда, некоторые видео по подписке. Но если вы хотите все-таки хорошо сделать фасад, утепление сделать, то, скорее всего, вам стоит оформить подписку и посмотреть эти видео хотя бы на один месяц. Ну вот. У нас установлена пир-плита 50 мм, это откосы. То есть многие предлагают сначала вставить раму, а потом сюда приклеить откос. У нас вот этот узел разработанный, что у нас рама вставляется уже на утеплитель. Этот утеплитель с внешним утеплителем, они примыкают. Ну, как-то так выглядит. Нет какого-то там разрыва. Дальше, если этот, сюда мы вставляем раму, то фактически она будет соприкасаться с бетоном. То что у нас получается? Представьте, вы надели варежки, рукавицы, но без пальцев. У вас пальцы будут мерзнуть. То же самое здесь. Будет вот это тепло, которое у вас в монолитном железобетоне.
уходить на разогрев эпидермы, или наоборот, холод будет уходить на разогрев, это, на сужение этой бетонной конструкции вот в этой зоне. Так что монолитный дом не прощает ошибок, и прежде чем начать задуматься строить, вы должны понять именно, сможете ли сделать правильное утепление, сможете ли сделать узлы правильные фундамента, потому что вы из энергоэффективного дома можете получить супер холодный дом. И два подписчика, Алла из Краснодара, привет, она написала, что у них монолитный дом, полностью монолитный дом. Летом они на кондиционирование тратят там по 25-30 тысяч примерно. Зимой, хоть у них короткий зима, в нем довольно-таки холодно. Когда мы выяснили, в чем проблема, там было допущено очень куча грубейших ошибок, которые можно исправить, только затратив. Не все можно исправить с фундаментом, вообще там исправить уже ничего невозможно, потому что под него не залезешь. Но те, которые можно исправить, это там примерно там, миллион или полтора обойдутся. То есть вот такие проблемы. И еще один подписчик нашего канала, уже он подписчиком считается, Артем. Он это из города, из Нижегородской области, забыл, как город называется. Он тоже монолитный дом, но там все очень довольно-таки печально и холодно. То есть там они на газ тратят по 15 рублей. Я ему рекомендовал откапывать полностью фундамент, снимать полностью утепление на фасаде и делать по новой. Больше никак, или они будут мерзнуть. Далее мы разработали узел по утеплению, именно перекрытие. В этом доме еще так не сделано, но у нас уже на канале есть видео. Конечно, мы все секреты не показываем, где мы делаем перплитами монолитное утепление, именно перекрытие между холодным чердаком, и туда устанавливаем мурлат. Даже некоторые подписчики нашего канала на этом объекте были, видели это, как воспринимали это. Ну, они были удивлены, потому что они думали, что это вообще это готовится мансардный этаж. Вот так оно получается визуально. То есть у нас утеплитель не продавливает, это мурлат, который стоит на утеплителе, не продавливает, полностью отсекаем. То есть вот технология дальше, вот в этом доме это не сделано, а вот в Новой Москве на доме Алексея и Алены как раз мы это уже применяли. До этого мы применяли здесь у нас в Нижегородской области на небольшом объекте, за свой счет выполняли работы, заказчик согласился. Но нам нужно было просто проверить, будет оно проминаться или не проминаться под нагрузкой. Ничего не проминается. Но этот секрет показывать мы, конечно, не будем. Потому что у каждой компании должны оставаться свои секреты. Итак, вот монолитный дом, монолитному дому рознь. Дальше, опять же, многие отказываются от перегородок. Вот этих перегородок внутренних. В пользу перегородок газ из газоблока. Ну, представьте, в этой перегородке, если у вас температура внутри помещения там 23, она вообще плюс 23 градуса. И она не имеет никаких теплопотерь. Просто не имеет, потому что с обратной стороны комната, с другой стороны комната. И эти перегородки стараются делать из газоблока. Да, если нас кто-то попросит удешевить проект, вот мы возьмем любой проект, открываем на нашем сайте, и там можно вообще половину перегородок не делать. И он реально, этот дом, может получиться на 30-40% по работам и по материалам дешевле. Вот прям реально, наверное, можно. Вы, конечно, не привязывайтесь к словам, это я вот так примерно сказал, но если их не отливать, а потом выкладывать из газоблока, то можно. Энергоэффективность повышается в этом случае? Нет. Потому что газоблок, он не может накапливать тепловую энергию, это тот же самый утеплитель. Минус какой? Звукоизоляция. Это первое. Второе. Вот наверху узел примыкания, когда кладут газоблок, что делают? Его подпиливают, как-то там вставляют впритык. И на клей пену для газоблока запенивают. Шумоизоляция, как вы думаете, хорошая будет? В соседней комнате пукнул человек, здесь его слышно. Вот примерно так. Ну и в заключение.
Некоторые подписчики нашего канала задавали вопросы, какая будет температура плиты по грунту, в котором мы находимся в цокольном этаже, именно зимой. Давайте померим ближе к Новому году, потому что у меня прибор в Москве, и сделать это лучше будет все-таки в середине зимы. Итак, подписывайтесь на канал, лайк с вас, колокольчик оповещения, и побольше оставляйте комментарии. Если желаете, можете стать спонсором нашего канала. Всем пока, удачи в стройке.